Городские субботники, экологические проекты, молодежная студия звукозаписи. Эксперт совета по присуждению премии «Наше Подмосковье» Елена Гришина не перестает удивляться. Жители Одинцовского района настолько многогранны в своих талантах, что заявки на губернаторскую премию смело тянут на федеральный грант. Одна из ярких инициатив – проект «Чистый лес» Михаила Белозуба. Активист вместе с группой единомышленников не один год организует субботники в лесу 8-го микрорайона. Мечтает о создании там лесопарковой зоны. Та информация, которая дается в заявке, она иногда, скажем так, неярко выражает важность и ценность этого проекта. И вот сегодня были такие проекты, которые, в принципе, я думаю, что даже не были оценены экспертами, в других, кто у нас сейчас оценивает, да, муниципальных образований, они были не оценены, но это проекты, которые, находишь изюм. Вот это вот тот самый изюм. Второй день защиты проектов проходит в почти камерной обстановке. Тихий уютный зал, приглушенный свет и лаконичный рассказ соискателя о проекте, о планах и о своей гражданской позиции. Гости из Московской области отмечают, Одинцовский район – один из лидеров по количеству заявок и явный фаворит по серьезности и перспективности гражданских инициатив. Замечательный проект по ранней диагностике, такого заболевания, как астма. На сегодняшний день это очень серьезная проблема. И именно сельский врач, представив проект на премию губернатора, я хочу сказать, он может быть действительно такой уже яркой звездой, потому что проведена колоссальная научно-исследовательская работа на базе своей амбулатории. Еще одно яркое на этот раз творческое начинание – реконструкция одинцовского фотохудожника Михаила Баштаненко. «Учите историю», – гласит фотоплакат. Это и призыв, и напоминание, и просто отличная работа. Вот такой проект, он действительно может привлечь не только молодое поколение, но людей всех возрастов вернуться к нашим азам, да, вспомнить нашу историю. Потому что будущее, оно не может быть без прошлого. Все заявки на соискание премии переходят в следующий этап. Оценивать работу одинцовцев будет экспертный совет, в состав которого войдут общественники, представители науки, искусства и просто известные люди. У Одинцовского района есть все шансы стать хедлайнером. Папку с фотоработами одинцовского художника гость из Подмосковья забрала для областного правительства. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».